Минивэн Geely Джейджи длиной 4706 мм с распашными задними дверями представили еще в 2018 году. На домашний рынок он вышел весной 2019-го. Провальной моделью не назовешь, но и хитом продаж она также не стала. Оживить спрос на Джейджи призвана модернизация. Заявлено, что модель получила 37 доработок, но на деле обновки оказались скромнее. Главная перемена снаружи – радиаторная решетка с вогнутыми вертикальными клиньями вместо сетки и кругов. Такая решетка считается признаком нового фирменного стиля Geely. Она имеется у свежих кроссовера Xingue L и седана Preface, сменившего поколение четырехдверки M-Grand, а также других рестайлинговых моделей. Палитра цветов кузова пополнилась темно-синим оттенком. Плюс Вену достались 18-дюймовые диски нового дизайна. Оптика прежняя, корму реформы тоже не затронули. Внутри минивэн также мало изменился. В верхней части кресел и на вставках в дверях теперь простроченный узор. Вдобавок уже в базе интерьер коричневого цвета. Ну и еще улучшена система фильтрации воздуха. Как и прежде, у дорогих версий есть виртуальная приборка и мультимедийная система с тачскрином на 12,5 дюйма. Камеры кругового обзора, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар. Минивэн доступен в 5, 6 или 7-местном исполнениях. О технике пока ни слова, но и она, скорее всего, та же. В Китае Geely Джейджи предложен с бензиновым турбо-тройкой 1,5 литра на 177 лошадиных сил и турбо-четверкой 1,8 на 184 лошадиные силы. Кроме того, вэн с 1,5-литровым мотором бывает в виде мягкого гибрида, 48-вольтовым стартер-генератором и в виде полноценного подзаряжаемого минивэна. Совокупная отдача первой гибридной версии составляет 190 лошадиных сил, второй – 258 лошадей. Базовый Джейджи с 1,5-литровым двигателем имеет 6-ступенчатую механику. Вэн с движком 1,8 литра и гибриды укомплектованы 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод в любом случае передний. В Китае обновленный Geely Джейджи стартует в ближайшее время. Цены на него еще не объявлены. Дореформенный MPV там сегодня стоит от 95 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1 700 тысячам рублей по актуальному курсу. Как вам новый минивэн от Geely? Пишите ваше мнение в комментариях, вместе обсудим. А также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео о следующих новинках китайского автопрома. С вами был канал Автоэксперт. Всем пока!